Из снежного плена в Карагандинской области спасатели вызвали 55 человек. На дороге Екатеринбург-Алматы в Осакаровском районе в дорожном заторе оказались 150 автомобилей. Причем из-за погодных условий на этой трассе было введено ограничение движения для всех видов транспорта. Совместными усилиями застрявших в снежном заторе автомашин было эвакуировано 55 человек, из них двое детей. Они эвакуированные были размещены в районный культурный досуговый центр поселка Осакаровка. Пострадавших, к счастью, нет.